Здорово, Пашенни, с тобой я, Димыч, и сегодня за место Кирилла я буду проходить за Ио Визин. Ну, по крайней мере, половину. Что ж, поехали. Так, я не знаю, на чем вы там с Кириллом остановились, ясно? Так, о, привет, медсестра. А ты какая-то зажатая, давай я что ли тебя сзади немного пёхну. Вот, давай, да. Все хорошо. Так, мы ее пёхнули. Так, теперь идем дальше. Так, Пашенни, тут будет присутствовать в игре шипение небольшое, но так как это из-за вебки, там в ней микрофон дебильный, не обращай внимания, мы не знаем, как это исправить. Так, ну, кнопка действия. Так, смотрим. Наверное, сейчас будет просто в ярость. Сломал терминал Стэм? Никогда не думал, что дойдет до этого. Что? Стэм? Наверное, он на грани решил поймать в прошлом. У него осталось только связь с настоящим. Стэм в больнице. В больнице? В больнице маяк? Он там. Ждет его. Если это кто-то не доберется туда первый, выбраться не сможет никто. Так, понятно. Нам нужно, видимо, добраться до какого-то этого непонятного стема, до этой больницы маяк какой-то. Вот. От вас пахнет кровью. Да, да, я знаю, я тут уже с многими монстрами сражался. Так, я тут играю, заметьте, в первый раз. Вот, так что мне нужно разобраться, что да как. Что ж, пойдемте, что ли, не знаю, там удерживать пробел. Давайте, что ли, попробуем прокачаться, что ли. У нас 11500. Так, пробел навыки. Так, что же нам прокачать? Так, здоровье. Так, урон в рукопашке. Максимальное время ускорения. Так, лечение шприцами. Давайте лечение шприцами. Не, у нас не хватает лечения шприцами. Так, урон рукопашки и время максимального бега, что ли, или здоровье. Давайте что, здоровье прокачать? Нет, да, здоровья не хватает. Давайте максимальное время ускорения прокачаем, чтобы было быстрее убежать от противников. Так, все. Раз, два, три, Димыч, Пашенди, здорово. Вот и Кирилл Олегович. С моим чайком. С моим чайком. И что ж, стоп, Пашенди, снова я Кирилл. И мы вновь продолжаем прохождение за Узи. Димыч уже его начал тут чуть-чуть. Без меня. Да, я прокачал максимальное ускорение тебе там этого бега, чтобы ты мог быстрее от врагов бежать. И сегодня мы, Дима, забыл сказать о шипении небольшом. Я рассказал вообще-то, не надо. Так, что ж, я прыгаю в зеркало и продолжает Кирилл Олегович. Кирилл, да. Продолжаю, так. Короче, мальчик, здорово. Подожди. Шестой сезон, шестая серия, снова с Димычем. А где у тебя кнопка паузы? Ну, удержать нажимай. Ну, нажимай удержать. Провел, просто провел. Сегодня, короче, будет тоже дико трэшная серия. Да удержи, пока она не исчезнет. Только не сильно. Все. Сегодня, короче, все, прошу. Сегодня, сука, будет такая дикая трэшная серия. Сегодня будем побеждать того самого босса Мамонта, после, ну, от которого мы убегали. Помнишь, Пашенька? Мы убегали от него в конце 8-го эпизода, если ты помнишь. И, собственно говоря, в этом эпизоде мы будем продолжать его убивать. Не хочу ее спойлерить, конечно, но так оно и есть. Так, сейчас. Сделаем чуть потише в игре. И звук, собственно, надеюсь, меня сейчас видно здесь, да? Надеюсь, шипение не сильно слышно. Да, ну, сейчас зальется, кажется, звук игры и шипение, надеюсь, что пропадут. Так, походу, я ключи взял одну. А, это же реальность. Не факт. Так, давай сейчас быстренько проверим, сколько у нас есть этих самых 12 херово. Эта серия будет не такой, конечно, трешной, как была прошлая серия, вспомните. Да. Твою мать! С многоняшкой. Сука, что это было такое? Многорукой. Да, с многоняшкой. Но это тоже будет, поверьте, довольно такая трешная серия, сука, поэтому мы ее будем пытаться проходить. Так, патроны.
Так, давай включим фонарик. Такое ощущение, как будто мы играем в 8-битную игру, если смотреть по тени. Да, по тени. Кстати, что я заметил, что на максимальных настройках графики тоже выдает такие тени. Я это заметил у Куплинова, когда он проходил тоже за Evil Within. Хотя он сказал, что у него на максимальных настройках все стоит. Ну, в общем, наверное, скорее всего, бах разработчиков, хер там вот знает. Помогите, господи. Че это че, мужик, это че? Монстр много дрочил, чего у него такая рука большая? Наверное. Скорее всего. В общем, по Шенди, когда мы будем записывать с Димычем, будем записывать с веб-камеры, с микрофона веб-камеры. А когда буду я один, то буду с наушниками записывать. Твою! Что такое? Что ж такое-то? Что так пугает? Это все еще шестой сезон, то есть мы еще продолжаем. И, наверное, скорее всего, эта серия будет последней серией шестого сезона. И дальше уже будет у нас седьмой сезон начать. Ну, конец еще не скоро, пацанчик. Так что ты можешь еще смотреть и смотреть. Да. Кирилл Олегович записывает за Evil Within. О, нет! Кирилл Олегович записывает за Evil Within так, как записывал Куплинов The Witcher 3 Wild Hunt. Ведьмак 3 Дикая Охота. А что это? Да, шучу. Офигенная игра Ведьмак 3 Дикая Охота. У Кирилла Олеговича она пойдет на низких настройках. Ну да. Вот. Если бы Кирилл Олегович ее записывал, то у него на канале уже было много бы подписчиков. Это же такой намек, да, Димыч? Да, это, конечно, намек. Заходим. Потому что это популярная игра и офигенская. Это, короче, мы заходим на эту территорию, это типа такие подземные гаражи. И попадаем в жопу. Да, появляется... Жопа. Появляется жопа. Что ж, начинаем. Подожди, а звук-то вообще? Звук есть? Я думал, звук пропал. И камера не шевелится. Твою мать. Так. Что это? Да, кстати, мальчик. Сука, беги! Бля, ты что за долбоёб? Что такое-то? Нет. Подожди, стой. Подожди, забыл сказать, ты упомянул что-то там сказочку теперь. Я скачал, короче, такой патч на русификатор звука для The Within. Теперь у нас есть русская озвучка. Теперь, Пашенди, тебе не придется читать как субтитры внизу. Это русская озвучка, она полностью офигенная и вообще она клёвая. Блядь, сука, этот босс, который за нами бежал в конце 8 эпизода. Когда мы на Халкуляшку дрались с ней, вот, он в конце появился. Да, он появился в конце. Пашенди, начинаем эту серию с дикого... Да, смотри, нужно его победить, сука! Нужно его победить, короче. Беги. Сука, не уставай, ты двоечник, попизрет, твою мать. Я ж прокачал тебе максимальный бег, быстрый. Да он дрыщ такой, даже чё. Если бы встретился Леон и Себаст, то Леон бы его дрюкнул, как лоха. А выносливость он бы его дрюкнул, как лоха. Он бы его дрюкнул и там, и там. Стоять. Он ему везде бы дрюкнул. Да, короче, против Леон этого... Себаса. Подожди. Против этого босса, кстати говоря, лучше использовать арбалет, потому что тут... Против всех боссов арбалет. Да, он ланшотит, кстати, сильно очень. Я тебе серьезно говорю, он очень сильно ланшотит. Сейчас мы его огоньку подбавим. Давай, стреляй. Давай, гори, сучка. Повторение битвы против Нагару Коняшки. Да, что-то типа похоже, но там было чуть полегче. Этот босс, он посложнее. Нагару Коняшка, она побесячь. Правильно, побесячь? Да. Шприц. Давай, используем шприц. Бери, давай. Бери! На этот раз я печать не буду? Нет, не надо, давай. Гори, сучка. Иди отсюда, тварь. Тогда мы попробуем с дробовичка добить. О, да, нет! Добился паяка! Сука! Ну все, твой мать, ты меня достал. Я добавлю чуть-чуть от него, скажи спасибо. Куда ты стреляешь? Я косой. Дал. Минус один патрон, минус 1% отличного прохождения игры. Она мне вообще ничего взять не дает, скотина. Вообще ничего. Да ты нахер, а? Что-то это мне напоминает. По-моему, это мне напоминает Resident Evil 4, где мы дрались с... Да, похоже был, короче, Лорд Садлер. Да, Лорд Садлер, сука, он вообще пипец напоминает этого гниду, короче, гнидищу. Да. Короче, блинину. Димыч, ну так сильно-то уже не материст, сука. Ну, и Пашенди ему можно. Для Пашенди. Да, для Пашенди можно, но не часто.
Да, тогда, да? Тогда я приду ему и по попе татана даю, понимаешь? Да. Так, стоять. Горису, ладно, чуть-чуть просто. Он может нас взять. Лучше советую тебе выйти, засал, от... выйти отсюда, иначе это жопа тебя снова. Кстати, меня бесит. Замес. Кстати, есть замес. Кстати, меня бесит такой баг какой-то. Ты вроде заходишь в комнату, он тебя стукает в этой комнате и по стенкам ломается. Вот, а потом ты заходишь снова в комнату и стенка целая. Так, давай-ка. Что происходит? Ну, короче, ну не знаю. Разработчики. Не проработка, разработчики. Электробол. Димыч, конечно, но не углубляйся ты в такие сильные подробности. Ну что не углубляйся, что не углубляйся. Если вы создаете игру, будьте добры сделать качественную игру. Точно, вот на Лоуда Сандлера похож во второй стадии. Потому что у него тоже глаз. И чем. А, вспомнил, и Салазара немного напоминает. Убили, просто. Сучка, убили гнид. Все. Ну, этот босс намного легче был на ходу коняшки. Этот босс намного легче, потому что мы использовали, короче, комбинацию обездвиживающего болта и снайперской винтовки. Сейчас тебе должно хватить на прокачку здоровья до последней стадии пятой. Да, это будет, короче, последняя серия у нас шестого сезона, скорее всего, потому что потом уже начнется, короче. Город. Жопа, трэш вообще. Да, там будет город, там будут очень такие серьезные. Боссов там практически, по-моему, не будет, но там будет дикий трэшак. Да, там куча будет монстров вообще. Короче, такая, как бы сказал Куплинов, херобора, да, я не помню этого слова. Ну, точнее, трэш, полнейший трэш. Да. Давай-ка мы возьмем пистолет, например, и заведем. Сука, три патронных. Мне вот не нравится вот тут что вот так вот сделать, что вообще ни хера ничего взять не можешь. Все быстро вообще так. Все быстро вообще наполняется, что тебе потом нет места брать, понимаешь? Так, прежде чем мы отправимся в тот лифт, мы, наверное, подберем патроны. Чего я так делаю? У меня живот кнопки стоит. Сегодняшнее число 25 мая 05-2016 год. Последний звонок. Да, у 9 класс. Твой братан Васечек закончил школу, сейчас он сдаст ЕГЭ и уйдет в взрослую жизнь. Да, то есть твой братюня, хочешь, закончил школу? Да. Так что давай. Зря ты бросил школу, пошел. Да, сейчас был бы с нами. Был бы с нами, ничего бы ни хера не делал. А ты ушел. Ну, то это твои дела. Нормальные люди заканчивают 10-11 класс. И уходят в нормальные вузы, там, универы, а ты в какой-то чухан ушел, блин, где-то. Предал нас. Да, чухан. Ладно, давай не будем, пошли, все хорошо. Это твой выбор, это просто наше мнение. Мы его, конечно, уважаем, но это наше мнение. Да. И Пашок, советую тебе, когда ты это услышишь, не бомбить. Димыч, тебя не изменить, реально, я тебе серьезно говорю. Че у нас тут такое? Вот. Короче, все, собрали мы всю эту сука, я забыл секундомер засечь. Так, Пашенди, прости, тут секундомер. Он сейчас будет год. Забыл засечь. Да, кстати, Кирилл Яковлевич, тебя, возможно, плохо будет видно, конечно, сбоку, потому что в основном в центре я сижу. Ну, так будет. Короче, пошли мы эпизод, довольно такой был сложный, да. Когда я ел, я плохо не ел. Скажу тебе честно, мальчик, с ногом коняшкой было сложнее. То есть у нее эти все вот эти захваты. А представляли против нагорушка няшки, против нагорушка няшки мы дрались. Такое ощущение, как будто мы целый год, это делали. С этим монстром, в общем, со вторым монстром, первым нагорушку няшку я называл извращенная фантазия маньяка один. Вот, а этого монстра я назвал извращенная фантазия маньяка 2. Все, давай по одному. Его победили, сука. Мы как два пальца обоссать. Дай по одному. В общем, сейчас нас ждут приключения в городе, и это уже будет у нас последняя серия, как я уже и говорил. Так, ну, спорят, сохранились, да. Начнем следующий эпизод. То есть практически половина уже у нас пройдена. Половина игры точно у нас пройдена. То есть даже чуть побольше половины. И что нас интересненько ждет? Это будет катсцена, при котором будем молчать, чтобы ты услышал, как говорится, и оценил новую русскую озвучку. Хотя не факт, что сейчас будет такой ролик, я не помню, какой сейчас вообще будет ролик, но тем не менее, если будет ролик с озвучкой, то ты обязательно должен его послушать и оценить в комментариях, в мысленных комментариях. Так, пока тут ничего нет. Просто какой-то ролик идет. Кстати, мы уже минут 15 записываем. Что это такое? 15 минут записываем, так что может быть или 10.
по цвету тебе там будет пару. Что это? Что за гравитачек в космосе? Что такое? Что? Что гравитачек в космосе, что ли, дети? Где? Ты это прохождение все-таки смотри. Я знаю, я просто на громкий связан. Да, это город. Это очень интересные эпизоды, но они одновременно очень сложные. Тут много геморроя есть. И сейчас вас прямо в этом убедимся, да? Этот YouTube туда, собственно, и ведет. В новый, как говорится, сезон. Мы строим такой большой, собственно, переход, да? Только мы сможем говорить, потому что нет никаких комментариев там, не комментариев, а этих роликов, то есть диалогов. Пока Сибас разбирается, мы расскажем. Короче, он уехал, короче, на лифте, и лифт провалился в какую-то воду, в каком-то либо городе. И, скорее всего, это тот самый Crimson City, в который он попал. И теперь у нас воссоединение. Почти что так же называется эпизод, когда ты опять воссоединение друзей. Прикинь? Кидман, одежка Кидман, вообще прикольно, да? В общем, давай вспомним, если когда опять... Говоришь... Кирилл Олегович, что это следующему эпизоду, то ты следующему мог сезону. Бы к следующему сезону, то мог бы закончить серию. Да нет, пусть будет пока что. Переход у нас такой, говорится, будет. Потому что в 2004-м он был. Так что все нормально. Сейчас вот до одного сохранения дойдем. И все. И это будет конец. Да, это будет конец. Это будет, наверное, поменьше серии, но зато это, как говорится, переход у нас будет. Контрольная точка. Так. Возможно, в городе будет чуть больше подлайн, потому что открытое пространство. Но тем не менее, по Шенди это мы, то есть. Тем не менее, это по Шенди, мы ничего, это кроме острой крутяк. Необходимости быть возле. Делай фото. И Димыч споет сейчас белый фонарь. Да. Давай. Белый фонарь взрывает колеса, дым и гать по бокам косы. Адреналин надает прямо в нос, сегодня на треке лихачит прохвост. Сучонок, запомнил ведь, да? Начинается, собственно говоря, город, как я уже говорил. Уже и... начинает лагать. И да, лагать вообще это... жопски. Ну, город он так будет, собственно. Это город, пусть сейчас мы... Найдем сохранение. Это карусели, то есть город разрушается на наших глазах, как мы видим, правильно, я говорю, да, не будет. У тебя самые низкие настройки стоят игры. Кроме разрешения. Разрешение поставь 1280. Поставил. Все нормально, это так и должно быть в этом месте. Так что все нормально. Понимаешь, ты же не хочешь последнее настроить. Да все нормально, вот все нормально работает. Иначе у него будет бомбить пукат, почему тебя лагать, они будут смотреть, иди на. Димыч, ты сейчас преувеличиваешь. Сука, что это такое? Что это такое? Господи, да что ж такое-то, а? Убери, я боюсь. Слайм, пожалуйста. Елда вылезла какая-то. Да. Которую я Лезли делаю. Да шучу. Я шучу, не я. Кирилл Олегович, какой ты пошляк. А здесь так, к чему это отсылка? Блэк... Чего? Блэк Херш, Кри, Ксе, Хрлсе какой? К чему это? Какой там фильминг без, да, отсылка? Я не знаю, к чему это вообще. Не знаю, звонок. Или что? Да. Или Silent Hill. Хотя, что вряд ли. Твою мать! Да что ж такое? Ты что-то пугает, да, сука. Ну, вот как надо со школьным имуществом расправляться, если тебе не нужна школа. Ну, умеют, как говорится, разработчики пугать школьников, собственно, каким я сейчас и являюсь на данный момент, умеют они. Сука, сейчас чуть не обосрался, реально, от страха. Ну, вообще, ну, просто какая-то, я не пойму, жесть. В общем-то, вспомнил я тут одну, короче, херню. Риджи тут, короче, когда проходил, рассказывал, что он здесь нашел в некоторых местах графику PlayStation 2. То есть текстуру... эпохи PlayStation. Именно 2. Не тут, он где-то в другом. Да, хотя сама на игра. Улице, да, не тут, а да, ну в этом эпизоде имею в виду. Да. И сама игра создана на PlayStation 3 в 2014 году, уже в конце. Но разработчики решили схалявить. Ну я не могу сказать, что это плохая игра, тут хорошая графика. Ну я говорю, что разработчики решили схалявить и поставить в некоторых местах текстуру. Или просто 2, что-то забыли. Чтобы мы не заметили. Да, чтобы побежала слез, как говорится, у. Да. Тех, кто играл в Session 2. Разумеется, тех, кто играл в Session 3, хотя нет, я так, не могу это... Так, что-то у нас там на столе лежит. Патроны от снайперской винтовки. Давай не могу, разумеется. Что же на столе? Хочу сказать, кстати, что снайперская винтовка довольно-таки мощная, то есть, да, мы с ней вообще можно легко заваливать. Будут пару таких мест, короче, где, сука, будут
быстро вообще патроны заканчиваются. Но напоминаю, что против боссов у нас подойдет арбалет. Против боссов нет вопросов, да? Да. Такая у нас, сука, рифма получилась. Так что... Босс, не суй свой нос, чужой вопрос. Босс, не суй свой хер в жопу ко мне. Я шучу. Так, подожди. Сука! А, Пашенни, ты знаешь такую пословицу? Жизнь без риска — это писка. Так, бери, там, не знаю, магнум, все такое. Что ты там, блядь? Сука, это магнум. Давай, да ладно, что это? Это большой... член. Сделанный по особому заказу револьвер стреляет мощными, крупнокалиберными патронами. Он добротно... Я сейчас язык сломаю. Он добротно сделан и находится в прекрасном состоянии. Это отлично. Добротно. Не считая того, что язык можно сломать, все отлично. Да, давай в следующий раз я буду это читать. Хорошо, пластинка. Да. Пластинка у нас фрагмент 21. Когда же мы, сука, наконец-то эту карту соберем? И что мы на ней вообще найдем? Где будет сохранение? Да. Большая банка. Сопелек наших. 350. Уже 350 надо платить, короче, за интернет. Что за пиксельный валет? Да, скоро закончится у Кирилла Олеговича интернет, и он не сможет для тебя нормально все делать. Нет, могу, я перееду, там мама есть интернет, что-то не боюсь. Нет, ты не понял, ты когда здесь будешь еще сидеть до переезда, когда переедешь... Вот почему ты... буду, там интернет не нужен, все равно. Ты че, я для Пашеньки все делаю. Что это такое? Господи! Сука, я только сейчас... вот бомбанул. Я обосрусь, я сейчас серьезно, я не могу, в общем-то, за кого... Города! Что ж такое-то, а? Ролик вообще страх потерял, надо его наказать, по попе отшлепать. Сейчас я его, блин, сделаю, принцессу, и домой все заказывают, будет тут у меня, блин. Что так? Что такое опять? Да почему? Сибас, давай речь. Да. Чё ты Сибас? Сибас, мальчик мой. Сибас, ты вообще не Сибас. Сибас, ты чё? Ты хочешь, чтобы я тебя с Леоном сравнил? Время 14:40. Оп! Я чай выпью. Аптечка, сука, я так рад! Офигенно, аптечку, я обожаю это. Вот мы сейчас где-то третий-четвертый раз заезжу, нашли аптечку большую. Мне это радует. Да. Там старый компьютер на столе лежит. 17. Мало. Да, тут старый. Но это не компьютер, это что? ПК из картонки. Это не компьютер, это вообще-то как бы телевизор старый. Нет, рядом компьютер стоит. Вон, ПК из картонки. Ага, из картонки. Ну, если только из картонки, сука. Так, а куда нам, собственно говоря, идти-то? Я что-то так и не пойму вообще. По-моему, сюда идти, нет? Сюда? Спички есть. 5. Сколько максимум спички? Я был спички прокачивать. Так, тут кто-то есть, давай лучше. Постелся как манта. Сучка, ты тупая! Постелся как манканте не получилось. Где ты в жопу? Он, смотри. Кстати, реально похож на кого-то из манканта. У него маска такая. Давай, гори, сучонок. И баллон сейчас взорвется. Баллон не взорвется. Баллон взорвется. Не проработка, товарищ. Ну, возможно. Я не отрицаю. Так кто не проработка? В чем? Че не проработка? Баллон, он белый, баллон, там газ, там не огонь. Газ тоже взрываться может, если что-то. Ну, не задело, значит. Что ты ходишь вокруг того, кого? Я тут был, сука, чуть туда возвращаюсь, реально, что-то я... Димыч, молодец, спасибо, что мне предупредил вообще, да? Так, это что такое? Вы это мне сейчас напоминаете. Давай, сиди за решеткой. Давай, в школе сиди, исправи свои двойки по математике, исправляй. Мне напомнило Resident Evil 2, когда ты в начале за Леона проходишь тот же самый момент. Давай, GTA 5, садись. Садись, GTA 5. Пашенни, и грузовик точно такой же, Кирилл, заметил? Только развернут не в ту сторону. Ну да. Тут довольно такой сложный сейчас будет момент. Сейчас попробуем. Давай по стелсу пройдем. Да, и всех обосрем. Давай, раз. Сжигать не будем. Какие-то... Флаус, виктори! Да. Ты чё? Смерть. Батя, не бей меня, ты такой косой, батя. Батя, ты ж бухой, не надо на меня лезть, я исправлю двойку, батя. Ты ж бухой, батя. Сынок, блядь, ты чё, охуел, иди сюда, я, блядь, тебя за двойку, блядь, убью нахуй. А, блядь, сынок, ты вообще... Ладно, не надо, Дима, сейчас сядем, давай нормально, пока.
Пошел ты в жопу вообще. Понял. Че, охуеть? Я не тебе, я вообще тому говорю, кто за это тарел. А ты что подумал? Тебе бы я по-другому, я бы пожестче бы сказал. Че вообще? Потерял. Я пожестче тебя. Ладай, сука. Выхрупу отправил. В жопу пошел. Это я тому говорю. Так и чё ты вообще, говорит, ты прокачал, короче, пистолет, да, чтобы он... Я прокачал... Да ты иди нахер, блин. Я прокачал быстрый бег, вообще-то. Вали отсюда, блин, дрыщ сразу. Тебе. Чё? Да, я решил... Ну, на здоровье тебе не хватало... Паренёк, походу, охренел, давай мы сейчас... На здоровье тебе не хватало, я решил прокачать на быстрый бег. Всё, давай. Так, тут чё у нас? Какой-то ключ должен быть, да, правильно? Нет. Не, закрыто, смотри. Закрыто. Видимо, не сюда куда. А тут карты нету. Карты, да. Кстати, вот я заметил, реально карты нет. Не знаю, почему не сделали, наверное, чтобы более реалистично было, то есть. Не могли же эти зомбаки карту им оставить специально, что. Ну, блин, тут. Вот стой, там в заборе дырка была. Дырка? Дырка, да. В жопе может быть. Вот она. Проходи. Отверстие, а не дырка, блин. В жопе у тебя дырка. Ладно, шутка. Да шутка, конечно. Забей, я пошутил. Или как бы сказал из Спортлотова 72 один чувак. Шучу. Ну конечно шучу. Так он вообще прям говорил. Так, давайте мы посмотрим, что у нас там за бычком. Ни хера. Пошли обратно. Короче, пошли. Ну, подожди, стой, я. Стой. Подмышка чешется, срать. Вот. Открыто. У меня закрыто. Ну ладно, ничего страшного. Что это опять такое? Это, собственно говоря, еще не все. Вышел дедушка Сибаса, и сейчас он будет ему давать пизды за то, что он убил отца. Ну, можно сказать и так. Подожди, а кто идти? Точнее, за то, что получил двойку и вырубил от бухого отца. Внучек, иди сюда. Они забираются. Не, они реально, они... Внучек, я братанов своих позвал. Иди сюда. Сука, ну ты детский вообще сраный, я тебе сколько слушаю. Дед, сюда, давай, дед. Все, сучок. Вниз. Ты, у тебя есть, сука, клоны? О, дед, да ты освоил новые технологии? Дед, ты херово одет. И то правда. Все, тебе сейчас должно платить на прокачку здоровья. Кстати, они же открыли, короче, этот самый, как его. Да, проход. Они проход, короче, а ты молодцы, спасибо. Я вам заплачу. Говном, мешком. Да. А я вам заплачу людей. Жидким мылом. Да. Сейчас скажу с журналом женских тел и жидким мылом заплачу. Спасибо. Ну это они так говорят. Открыли, короче, вообще выбили беспонтово. То есть Себас мог также выбить дверь. Ну, у них более прокачана сила, но по сравнению с Себазом у них такой тупой мозг. Давай! Да ты охерел, что ли? Иди ты! Уйди отсюда, я не люблю тебя, я по девочкам. У меня есть киднул, а ты иди нахрен отсюда. И Джозеф у меня есть. Да, но Джозеф третий лишний. В смысле? Ну да, он, короче... Он нам мешает скинуть. Связка старых ключей. Кольцо с ключами, найденное рядом с трупом в переулке, открывает складскую территорию. Да. Как говорил, короче, Куглинов, нахера вообще не за этим Лезли, потому что какой-то Лезли, блин, чё они, короче, жизнью рискуют. Лезли, он был девочкам Лезли. Твою мать, появляется, короче, стрелок этот сраный. Такой, точно сука, такой же, вообще... примерно такой же был в Resident Evil 4. Ты чё, стой? Пацанва, вы куда пацанва? Строитель, вы ты охренел? Ты строить должен, а не разрушать, вообще страх потерял. Чё, в Бомж-Сити давно не был, я тебя туда отправлю. Он находится в аду. Да, реально, сейчас мы тебя туда отправим. Пошли, не обращай внимания, на слегка глазки. Да, давай, подуходит искать. Припасов нет. Даже тут даже перевели, прикинь, вообще молодчики вообще. Ну они все перевели, чтобы всем было удобно. Не стреляй в голову, потому что у него да, голова защищена. Да, у него защищена. Он говно высрал, у него, видимо, говно какое-то химическое было, радиационное. Мы его сожжем. Сожжем его. Всё. И появляется, короче, еще один где-то там наверху. Так, к нам до сохранения. Да, наверху, нету скорее. Ну да, но это ты ему быстро в мясо сносит кошку, и появляется здесь какой-то, которого ты не добьешься.
И вообще в смятку его смяли вообще. Вообще, тут такое мясо, но по сравнению с Думом, эта игра сосет. Ну да, вот по мясу, конечно, сосет. Да. В Думе мясо намного больше, то, что по пирогам. О, да, еще сейчас один стрелок. Сейчас мы его со снайперки загасим. Что? Да, Пошенник, кстати, хочу тебе сказать, прохождение. Вот бежишь, прохождение GTA 5 тебя ждет сюрприз. Так подожди. Ты слишком удивишься. Чё, все, упал. Че, все, пацан, спать. Все, спать. Пацанва, да куда вы так за мной бежите? Я же извинился, блин, извините меня, все, давайте. Да, я больше не буду бить своего отца за то, что он бухает и бьет меня. Вот по ночам. У меня, кстати, есть связка ключей, поэтому можем открыть, наверное. Смысл у них вообще что-то там внимание какое-то обращать. Да, смысл у них тратить просто, патроны. Просто, короче, откроем. Так, быстрее, все быстрее, по скрипту. Быстрее. Все по скрипту. Все, мы успели. Так. А теперь нам нужно найти срочное сохранение. Сука, нет, они вообще мы не успели. Беспонтовые твари вообще. Вообще жесть. Обожди, да, сестру? Бежим. Куда ты бежишь? Бежи. Не сюда. Вот сюда, да. Наверх, ты... спускайся. Что-то. Даже в игре в этой даже не выжил с такой высоты. Упадя, так сказать. Упал. Да. Так что, собственно говоря, такие вот дела. Я узнаю сейчас сохранение. Ладно, давайте пока передохнем, который. Так, сейчас. Записываем мы уже. Сука, у меня как чай. Минимум 18 минут, но это... У меня чай, короче, остыл. 18 минут мы записываем, но без записи там минут 20-30 уже. Если это... Ну, минут 15 мы без записи прошли. Вот. Ну, это да. Играли, вот, тестили, так сказать. Это да. Ну, он что-то такое-то вообще, я не пойму. Что тобой такое-то? Себас, ты чё? Я тебя прокачал! Он, конечно, он может устать, потому что... Себас, блин. Он, конечно, устать может, потому что как бы он с оружием тяжелым бежит. Это... Блин, Себас, ты настолько такой вот дебил, блин. По сравнению... Тебя ли он как два пальца обоссать сделал? Обоссать? Скажешь, что ли. Чуть тяпочку не использовал, прикинь. У меня вопрос, когда будет сохранение? О нет, ну что же мы это что ли должны проходить? А чёрт. Да ну в жопу, в следующей части, короче, пройдем. В следующей части, все, которая точка сохранена, она сохранится, короче. Всё. Да, игра сохранится, и, пожалуй, на этом мы закончим. А я с тобой, Пошенник, прощаюсь, с тобой был Дима Чандреевич, пока! Не, подожди. И с тобой я Кирилл, собственно, это был наш шестой сезон. Шестой сезон, шестая серия, финал. Собственно говоря, уже будет на следующий сезон, будет интересненько, будет прикольненько. Ты описывай свое мнение в устных комментариях, ставь мысленные лайки и говори, что понравилось, что не понравилось. Димыч уже ушел, ему пора. Ну, я, наверное, только прощаюсь, потому что как бы долго до сохранения так пилить, сука, это вообще будет охерище. Прошли мы сегодня босса, следующая часть будет тоже довольно, кстати, интересной. И очень интересной мы... Будем новые диалоги, новые приключения, и вот сейчас одни из них уже скоро начнутся. И какие ты уже узнаешь в следующей серии, и уже следующего сезона седьмого. Что ж, увидимся в следующем седьмом сезоне, и удачи тебе, и пока. Я придумаю за кадром, как назвать эту серию вместе с Димычем. Все, удачи, все, давай, пока.